Это клип вот этот, что вышел на Black Star опять. Ну, снова. Чё, какой? Домофон. Песня, точнее, песня. Вот у нас есть классические, ультратонкие, тонкие ребристые, точно ребристые. Цвета радуги, светящиеся в темноте, повышенной прочности, съедобные. Вам какие? Съедобные? А давайте все. Самоуверенно. Она с ним заигрывает. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома, не ночуешь дома. Дом прикольный. Привет, залёт в планет. Твой марсианин, чтобы... Если бы снимали в нашем доме. А прям сюда на земле снимай одежду и скорее иди ко мне. Я был сегодня на дне, там жаркует суета. Ой, этот тоже решил подхватить смерть. Я далеко не эстет, но этих чувств высота меняет меня изнутри, на уровне ДНК. Иди сюда. Все, что ты знаешь обо мне, не сплетни. Виновен исключительно я сам. Я никому не пел такие песни. Можешь смело выключать шазам. Я каждый день абсолютно свеж. Как она дальше так едет? Знаю, нужен тебе и дело не в кэше. Уже кричу тебе на всю страну. Я до сих пор не знаю почему. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Как ты думаешь, какое имя он кричал? Мне показалось Настя. Говорит, нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома, не ночуешь дома. Мальчишка классный. Мне не нужно слов. Твой язык тела мне переводит любовь. Лена, ты тоже всегда бы так хотела посмотреть. Я мечта на крыше самого-самого здания забраться. Но время, звездное небо такого, романтика прямо что была. И вот идея еще одна повезла, так же киношку в проектах поставить. Классно. Это в Москве? Чем мы занимались до утра? Лови четвертый выпуск на экране. Это крыша, да? Снимай одежду и иди сюда. Я каждый день становлюсь успешней. Блин, класс. Как у них получилось такие красивые снимки сделать? Я когда в такую будку захожу, пипец, что там происходит. Мне кажется, ли это реклама кетчупа? И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома, не ночуешь дома. А реально такие муки, да, есть? Зачем ты узнаешь? Нет, прикольно, что. Я хочу познакомить тебя со своей мамой. Опа-на! Прикинь, ты, которая в аптеке была. Прикинь. Мы с Терри едем на дачу. Еще и на дачу. Самоуверенно. Опять самоуверенно. Вообще концовка классная. Прикольно, кстати, да? Я ж клип не видела. Я частично вот так моментами, отрывками смотрела, как раз когда он этот наглик вот этот «Здра» снимал. Ну, самоуверенно. Вот вообще, реально, да, вообще четко сделали. Самоуверенно. Класс. Прикольная мамашка. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И комментарии. И пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Мы вас любим.